Школы летом не пустуют. Учеников сменили строители. Во многих школах сейчас активно готовятся к новому учебному году. Где-то что-то залатать, подкрасить, заменить. А в 17-й школе республиканской столицы и вовсе появится новый современный корпус начальной школы. Для жителей этого района города это большая радость. Пристройку мы ждали очень давно. В школе обучается более 1700 человек. Из них 800 человек – это ученики начальной школы. Из-за того, что школа наша маленькая, весь коллектив детский не помещается в одном здании. 3 этажа плюс большой подвал – более 5500 квадратных метров. Помимо больших просторных классов, в новом корпусе предусмотрен также спортивный зал, пищеблок и столовая. Проект здания полностью подготовлен подрядчиком и им же реализуется. Учтены все нюансы уже имеющихся на территории инженерных сетей. Заказчиком является дирекция капитального строительства. Нам задание на проектирование дали. Полностью мы здесь съемку сделали, и по заданию на проектирование наш архитектор Шагенова Ольга Леонидовна, это наша разработка фирмы «Агрострой», мы его и проект сделали, и вот, как бы сказать, завершаем. Новый корпус готов на 90%. Сейчас в здании завершаются кровельные работы, утепление фасада здания и установка оконных блоков. Внутри ведутся отделочные работы. Специалисты шпаклюют стены кабинетов и коридоров, укладывают плитку в санузлах и в душевых. Кроме строительства, рабочие благоустраивают прилегающую территорию. Ведутся работы по фасаду, утеплению и штукатурка фасада. Внутри полностью ведется штукатурка, 2 этажа полностью сделана. 3 этаж мы половину сделали. Потолки штукатурим, шпаклюем. Приступили к таким отделочным работам. Эти 3 месяца наши такие напряженные будут. Мы должны успеть всю площадку до начала учебного года как бы закончить. По причине нехватки учебных классов детям приходилось ютиться в неприспособленных помещениях. Строительство нового корпуса полностью разгрузит переполненную гимназию. На сегодняшний день наша начальная школа, мы арендуем здание по улице Лободина, а там наша начальная школа сейчас функционирует. Поэтому мы очень с большим надеждой ждем завершения нашего нового корпуса, так как мы хотим перевести детей сюда в одно место, чтобы в одном месте наши дети все обучались. Сейчас в гимназии учатся более 1700 детей, пока в 2 смены. Новый школьный корпус примет как минимум 400 учеников. Это даст возможность перейти на работу в 1 смену. А значит, и у преподавателей, и у ребят появится больше сил, времени и внимания для подготовки к новым урокам. Мадина Лайпанова, Ринат Ибрагимов, Олег Молхожев, Архыз 24.